Здравствуйте, меня зовут Аня Каверина. У меня для вас важное сообщение. Новый сезон проекта 130 дарит новое звучание ваших любимых артистов. 20 сентября в Доме Высоцкого на Таганке Любовь Успенская и группа живых музыкантов-виртуозов «Сансет Бульвар» с программой «Любовь – это дом». Неподражаемый тембр низкого грудного голоса, искрометная энергетика и редчайшей силы харизма много лет подряд сводят с ума всех многочисленных поклонников Любови Успенской. Ее песни, как близкие друзья, шагают с нами по жизни. В программе «Любовь – это дом» вы услышите как старые, уже полюбившиеся композиции, так и совершенно новые работы артистки, многие из которых эксклюзивно будут представлены только гостям Дома Высоцкого на Таганке. Программа получила такое название, потому что любовь для всенародной любимицы – это главный источник вдохновения. Она женщина до кончиков волос, нежная, очаровательная, трепетная. Она умеет взволновать одним только теплым взглядом и улыбкой. Она верит и живет любовью. Любовь – это ее дом. А как положено хорошей хозяйке, в уютном доме всегда рады гостям. Вместе с Любовью Успенской 20 сентября на сцене Дома Высоцкого на Таганке окажутся 11 человек. Это профессиональные и талантливые музыканты коллектива «Сансет Бульвар». В плане музыки для этих ребят нет ничего невозможного, и вы убедитесь в этом лично. 20 сентября ждем вас на концерте Любови Успенской «Любовь – это дом» в проекте 130. Живой звук, живые эмоции, никаких фонограмм и ваша любимая Любовь Успенская на расстоянии вытянутой руки. Заказать билеты можно по телефону 495-639-54-54. Шансон ТВ – новый телевизионный сезон. Новый сезон проекта 130 – новое звучание ваших любимых артистов. Смотрите и слушайте лучшее. Шансон. Новый телевизионный сезон «Шансон ТВ» и проекта 130 в Доме Высоцкого на Таганке. 20 сентября на легендарной сцене будет царить любовь. Любовь Успенская и группа «Сансет Бульвар» с новой программой «Любовь – это дом». Встретимся 20 сентября в 19:00. С любовью. Проект 130. Заказ билетов по телефону 495-639-54-54. Для лиц старше 12 лет. Информационный партнер «Радио Шансон».